Team ban. Так, ну что ж, возвращаемся в эфир после уже такие достаточно длительной паузы, что-то там Рейджин Потейто куда-то отошел. Передохнуть, обдумать, как так они выиграли легчайшую за 26 минут. Ну, в любом случае, друзья, счет 1-1. Мы с вами продолжаем смотреть квалификации к ESL Во Фарк 2016. Регион Юго-Восточная Азия, команда Минески против Asian Arena Pro Team. И решающая третья игра. Для вас продолжает комментировать Печенька после этой встречи. Мы никуда, разумеется, не расходимся, не уходим. Будет вторая игра TNC против команды Rave. Она начнется прямо вот следом. У нас сегодня катки все достаточно быстро проходят. Первая игра, там что-то около 35 минут. Вторая игра 26 минут. Ну, я думаю, третья игра будет в таком же духе. У данных коллективов все-таки азиатская дота, здесь темп очень быстрый. Хотя вот отметьте, то, что первая, что вторая игра начинались очень такие, так сейвово играли команды. У нас в первой катке Фьюзблад был там на 6-й минуте, во второй игре там за 6 минут тоже 2 фрага было. В общем, такое набирают себе игроки команды критические массы, там стартовые, да, левела, там, соответственно, какие-нибудь айтемы, буквально там по Т-шечку, Magic Wand, левел 6 и все, побежал в атаку. Invoker, Faceless Void и Witch Doctor от Минески. Мне их все хочется назвать X, но они не X, они Sports 5. Хорошо, видели мы уже сегодня такую комбинушку, будь здоров, но в исполнении, разумеется, Asian Arena. У них получилось все это сделать, даже несмотря на то, что у них был кэрри Свен. Ну, почему даже? Потому что вроде как Свен в хроносферу ДПС вообще никого не выдает. Но там очень четко просто нажимали свои кабинеты, свои кнопки флайсоловой компании. В свою очередь, флайсоло набирает для своих ребят Вингу, Фуриона, Свена и Пака. Но здесь все просто. В принципе. В прошлой игре хочется отметить лучшую сторону, разумеется, замены от Минески. Стендин Бенхур, Стендин Бакерина. Чтоб показал Бакерина сложно, это вообще просто песня 9-0-20 на войде. Ну, разумеется, по завершению встречи убил Солянова и Имберспирита. Ну и в целом был хорош. Решили все-таки избавиться от Медузы, не понравилось. Asian Arena для этого коллектива Медуза, которая была от Минески, хотя вроде как она вообще ничего не зарешала, но здесь-то теперь Void на стороне Минески, и Медуза здесь, кстати, заходила бы очень даже неплохо, то есть она выдает ДПС в хроносферу, ну и лишний раз можно поконтролить Свен и Хрон, и Стонгейс. В принципе, здесь пик логичен, несомненно. В очередной раз я отмечаю в бане такого прекрасного героя от Минески, как Виномансер. Не хотят они его, крайне не хотят его видеть. Ну что, осталось добрать второго саппорта. Fly Solo, кого берешь? 30 секунд есть у пикера команды Асса. Это будет у нас медовый пак, Фурион в сложный, Свен фармит Винга. Соответственно, будет саппортить. Фурион в прошлой игре был у нас в исполнении Рейджин Потейто на позиции кэрри и зашел более чем уверен. Ну там сам пик по себе был сноубольщий. Медовая Лина, которую хорошенько тоже забабиситили, и там Бенхур нормально раздавал. Это Doom. Не сказать, что прям какой-то нонсенс, но тем не менее Doom сейчас очень популярен. Как раз таки тот самый Doom, который закупается на сапог, уходит в лес, в приоритете во вражеский, ест там крипа и бегает по карте, нагоняя движуху, тем более инвокер тот герой, которого все-таки как ни крути, но можно, а самое главное нужно в миде гангать. Другое дело Минески, вряд ли Пака могут как-то в миде размять, все-таки там арба, там шифт, да, есть Earth Spirit. Джесси Вош, конечно, во второй игре отыграл неплохо на Эболе, но в первой игре, да и во второй все-таки катке, согласитесь, там были моменты, где он не попадал болдерами. Да, возможно, там не самые маленькие расстояния были, в которые нужно было вкатываться, влетать, но тем не менее, огромное количество времени он терял. Всего лишь один раз получилось забрать Death Prophet в миде. Last pick за Raging Potato.
А если взять бруду, у нас бруда очень нынче популярна, но с другой стороны, здесь нужен мейн кэрри. Да, бруда здесь не зайдет. Или все-таки возьмут? А какой тогда ДПС хрона будет? Никакого. Потому что сейчас пока, в принципе, под хроносферу все заточено. Отчасти это, конечно, рискованно. И более того, здесь есть чем Вайда закрывать. Есть Рифт Пака, есть и Ультимейт Дума. Это же Гернаут. Ну, в принципе, отчасти логичный пик. На 16-м левеле Джаггер вроде как синергирует с Вайдом. Ну, разумеется, Омнислэш в хроносферу работает. Ну, а до этого времени ведь много чего произойдет. Не знаю, может быть, были варианты получше, поинтересней. Можно взять какого-нибудь РДД. Вообще, вот в те времена, как только появлялась вот эта вот мета, вот обновленный Void, переработанный, да, когда его стали нарабатывать в сложную линию команды, очень часто можно было видеть такого героя, как Terror Blade. То есть сам по себе герой милишный, разумеется, дает метаморфозом и под иллюзиями выдает хороший ДПС в хроносферу, даже более чем. Вот, также можно было увидеть какого-нибудь бомб флешера, почему бы нет. Здесь к Линксу собираешь, да все что угодно, и Арчит Малевалиенс, и Дизульт. Смотрелось бы тоже вполне неплохо. Ну ладно, взяли себе Джиггернаута, посмотрим. Мне, честно говоря, пик у Минески вообще ни разу не нравится, ну прям абсолютно не нравится. Посмотрим, решающая третья игра. Поехали по составу команд. Стендин Бакерина будет у нас играть на Faceless YD, Rage Potato. На инвокере Стендин Бен Хур, на Джиггернауте Джесси Вош, он же Earth Spirit, и Джулс на Вич-Доктор сразу с телепорта на мидлейн прибежал поставить сантряк. Забанить спот, ну, разумеется, там Фуриону на отвод пофармить, либо тому же самому дому. И команда H на Рин. Сейчас они в смоке в пятером. Чтобы будут подниматься по хайграунду. Очень рискованно. Очень рискованно спадает смог с флайсола. Флайсола на сапоге. Но контроля никакого нет. Давнего из земля. Ему, конечно, Infernal Blade вкачать было бы поинтереснее. Но и не получилось загангать. Тем не менее, здесь, конечно, Эшнарин забирает верхнюю руну. Вне всякого сомнения. Такое. Гэби будет играть у нас на Свене, и Шихан, Венжефул Спирит, Скемберло будет на сей раз на Фурионе, в беде Джи на Паке, и на Думе у нас будет играть Флай Соло. Так, приходит Бинхур, ну там земля сейчас уже заканчивается, но Бинхур, разумеется, давить не будет. Но тем не менее, лишний раз развели Дума на землю, Флай Соло с Джулзом, Джулз не боится, есть касочки, а что там по МСу, не попадает Джесси Вош в очередной раз, я отмечаю, не попадает он болдером, но блочит, бодиблок, Бинхур есть крутилка, здесь уже Фурион, ну и Флай Соло должен умирать, Флай Соло должен умирать, пошел санстрайк, мимо, ну и Джесси Вош просто забанил, Флай Соло, конечно, кушает там гусы, Флай Соло, есть, Фосблад забирает Джулз, и Джулз сам отваливается, загрызли его пенечки. А если забрить Фуриона? Фурион также должен умирать. Ну, здесь-то уже Джесси уж не промахнется. Ну что ж, 2-1. Вот такое вот бодрое начало. Разумеется, не самое лучшее для команды Асса. Хотя, конечно, их правильно называть ACA. Но на наш лад Асса. Где у нас стоит инвокер против Пака? Пак с нулем. Два тангуса, Фэри Файр, Фласка, все у него очень хорошо. На нижней линии Войд против Свенчика, и здесь у нас на отводах Винга, и Дум пока решил начать со своего леса. Конечно, несомненно, не самое лучшее начало для Флай Соло. Во-первых, у него еще два варда есть, и у него просто нет девавера. Но он сам заложник ситуации, вкачал себе землю, поразмениваться по ХП с Вич-Доктором. Такое, что-то такое. С Антриком не находит он обсервер. Ну и на топе у нас Фурион. Фурион на сапоге, но если здесь хорошо прокнут касочки, и там на фейзах Джиггернаут до него доберется, то не должны, разумеется, отпускать. Приходит Джесси Вош на центр. Тяжело. Рейджин Потейта очень тяжело. Джесси Вош будет ли пробовать? У нее есть, конечно, Робофеном, но левел пока второй. Первый, разумеется. Первый Бола. Ну, со вторым левелом может что-то придумать. Тяжело. Инвокер очень тяжело. Нужен какая-то хелпа. Рейджин Потейт. У него 1-2 против Пака. 10-1. Не попадает JR Boy. Ну и уходит. Сейчас, конечно, и сам мог фидануть. Отхиливается на фласке. И что, будет ли врываться? Джесси Вош. Уже второй левел.
А у нас здесь проблема у Бакерина. Бакерина, таймвокта на кулдауне. Бакерина, Фейри Файр умирает, Войд. 2-2 становится счет. На топе вовсю гоняет Фриона. Фриона один тангус остался с Кимберлу. Ну, если что, на крайняк может отойти в свои леса, в принципе, не проблема. Доктору, конечно, очень не хочется размениваться по хп, тем более, как мы видим здесь у Джулза вкачан Маледикт на третьем. Рассчитывали, несомненно, здесь уже Джулз и Бенхур рассчитывали забрать этого Фуриона не раз, но вот пока не получается. Что-то у нас здесь в курьере принес Тангуса. Тангуса — это будет Базил у Рейджин Потейта. Топовый крипстат за Джиггернаутом. Так, камень. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, Джесси Вош. Проблема у инвокера, инвокер умирает. Ну и также Флай Соло должен отъехать. Ну, конечно, Орехов по полной наполучал. Джи дает рифт. И от арбыда горит ли? Буквально 10 хп. 14 хп остается у Пака. Извиняюсь, господа. Я там немножечко запутался. Разумеется, не Earth Spirit с Паком должны убить инвокера, а наоборот, конечно же. Что-то немножечко поплавило. Не такое тоже бывает. Еще становится 3-3. Третья арба у Пака. Джи отправляется на верхнюю руну. Видимо, он вполне стоит пока по-прежнему неплохо. 14-1 против инвокера, 9-3. Нужно как-то поагрессивнее играть Элспириту. Ну а что может сделать Джесси Вош? Все-таки кидается камень, там сразу шифт и камень потрачен. Фурионочек левел 4,5. Фейзы будет выходить с Кимберлу. Джулс будет ли каски? Джулс на фейзах. Бенхур, но далеко. Далеко уже отходит хардлайнер команды. Эйшен Арина. Лайсоло приходит в инвизе. Есть стан. Есть второй стан. Бакериной. Он должен успеть дать таймволк. Бакерина живет. Землю подключает Флай Соло. Ну, таймдалэш. Здесь еще Фурион. Как они хотят забрить этого Вайда? Бакерина умирает. Ну, очень много ресурсов потратили на хардлайнер команды Минески. Ну, можно еще подпушить. Там тележка подъехала, есть Фурион, есть пенечки. Можно забрать этот тавр. Тем более, все-таки вышка для Свена абсолютно никакого значения не имеет. Он, как мы видим, с доминатором. Есть у него уже крип на эншентах. И вовсю сейчас будет себе стакать. То есть отойдет сейчас в лесах, пофармит, все нормально. Здесь у эншент арена все нормально. Первый тавр на 5-й минуте они для своей команды забирают. И забирают вышку Свен, самое главное. Пак уже 6-й левел. Какой-нибудь плюс мидлейн нужен, несомненно, чтобы забрить инвокера. Инвокер тем более без векса. Выкер, как мы видим, даже сапога нету. Там, конечно, 10 стиков, Рейдж Потейта, но только сейчас появляется. Кирина, 5-й левел. Ну, вряд ли здесь убьют. Наверное, все-таки есть смысл Свену отойти в свои леса. Пусть Мега там еще как-то погангает. Ну, либо же дальше просто пушить. Там Фурион может прилететь. Потому что если и Т2 забрить, там, минуте, так на 9-й пока еще стадия лендинга будет заканчиваться, то это вообще все будет очень круто для Эшнари. Вега находит Джесси Вош. Джесси Вош левел 4-й. На топ тем временем вовсю фармит Джиггернаут. Джиггернаут 41-13. В принципе, ровно они идут со Свеном. Но тем временем Инвокер забирает Дума. Санстрайком, да? Санстрайком забрили. Флай Соло. 4-4 становится счет. Здесь сначала, несомненно, конечно, пободрее, нежели в первых двух играх. Хотя, казалось бы, вроде решающая третья катка. Прям должны все на верочку выкладываться. Никаких забегов рисковых. Но, тем не менее, 8 фрагов за 7 минут. Нормально. Свен уже вовсю фармит свои леса. Не стал здесь дальше Гэби пушить линию. Все-таки рискованно под Т2 лезть на 7-й этой минуте.
Ну, пока мы не видели дримкойла от Пака. Здесь и к Паку вроде как никто не приходит. И сам Джи стоит на своей линии. Есть. И просто там колдстеп на него дали, кинули кирпич, а Пак взял всех, обманул, улетел на арбе. Хорошо отыграл мидер команды Ишнарина. В очередной раз отмечаем Джесси Воша. То есть, прибежал в мид, потратил камень, все, быстрее на базу. Выполнять запасы мана. А здесь тем временем ответный смуганг. Здесь у нас флай соло, шихан. Есть койл на рейджем потейта, земля и... Умирает. Умирает инвокер, еще станового шихан контрольно добивает. Приходит сюда Бакерина. Бакерина хросфера, очередная хорошая арба от Джи. Ну и Джи просто размансовал. Также на второй арбе уходит. Ну что, Бакерина, будет ли давать хрона? Правда, никакого дальше продолжения нету. Там, конечно, Вич-доктор. Но Вич-доктор левел пока еще 5,5. Нужен, несомненно, Дэдфарт. Но тем временем на топе все-таки забрили Фуриона. Доигрался. Доигрался здесь Кимберлу. Будет ли какая-то ответка? Подтягивается сюда Пак. Пак на хосте. Пак забирает курьера. Пытается курьер спасти. Есть последняя тычка. И в курьере у нас было что-то очень интересное. Перчаточка. Перчаточка для Raging Potato. Не сказать, конечно, что у инвокера мидас откладывается, все-таки сейчас он будет фармить на рецепт, но, тем не менее, приятно. Ну, несомненно, приятно, конечно, для Ишнари. Свен уже первый по крипам. И также забиревается у нас и Вич-доктор. Да, Свен сейчас более чем хорош, у него топовый нетворс, он на 1000 обережает Джиггернаута, плюс здесь вот все стакается. Правда, конечно... Нет, не забанили, прям на самой грани поставили. Скоро Свен туда тоже отойдет. Ну и Гэби уже можно выходить в какую-то Сашу Яшу. Я думаю, вряд ли мы здесь как, увидим какой-то ранний Блинк Даггер. Все-таки левел 8, клип замакшенный. То самое то фармить и фармить. По графикам преимущество за Ишнарин почти 3000 плюс. По экспириенсу 1500 плюс. И начинается проблема. Там сейчас скоро у Пака появится Блинк Даггер. Что у нас под Думу? Дум почти 6 левел. Винга с арканами, Фурион. Фурион почти барабаны. В свою очередь у Минески. Джиггернаут выходит в БФ. То есть вот здесь вот, вы уж меня, конечно, простите, но Джиггернаут такая некая аналогия Свена, да? То есть у него есть криты, Свен себе докупит. Там кристаллис доедал. Появится сплэш, который есть у Свена встроенный. То есть Джиггернаут пока фармит на этот сплэш. Ну, к тому моменту, как у Джаггера появится БФ, там у Свена уже будет Саша Яш и, возможно, даже Блинк Даггер. Потому что, как мы видим, здесь Свен все это добро. А, еще пока не фармил. Зацепили. Хроносфера. На флай соло. Санстрайк. Кашечки летают под Маледиктом. Кашечки летают. Флай соло. Приходит Пак. Поставил койл по двоим. Джулс умирает. Флай соло по-прежнему живет. Бакерин уходит на таймволке. И попадает с прутами. Кимберло. Джиггернаут по-прежнему словно не слышим. Здесь огромное количество крипов. Джиггернаут, Бенхур, у него крутилка на КД. Потеряли все лишь одного Вич-доктора Минески. Там тем временем в мини еще также движуха. Гэби активно гоняет инвокера. Ну и можно очередную вышку забрали для своей команды. Опять огромная армия крипов. Прожимается баклер, тележка. И дефить. Самое главное, дефить абсолютно нечем. То есть вроде как хроносфера была. За эту хрону забрить вообще никого не получилось. Это провал. Это пока, несомненно, провал. Второй тауэр для Ишнарина. Дум уже с ультимейтом. И сразу развивает смоук. Дум с ультимейтом. Дримкойл будет через 20 секунд. Там еще и Фурион подтянется. Он появляется Hand of Midas у инвокера на 11-й минуте. Есть свап на Бенхура. Бенхур успевает прожать крутилку, но тем не менее на него кидает Дум. Крутилка сейчас закончится. Приходит Джесси Вош. Джесси Вош. Есть левел 6, Джесси Вош, флай соло, дефар заканчивается, Джесси Вош опять и попадает болдером, здесь уже Джи, хорошая какая арба, по двоим, прекрасный, Дримкойл также по двоим, это 2 в 0, прилетает сюда Рейджи Потейта, ну что он сделает со своим мидасом и санстрайками? Наверное, есть смысл отойти уже здесь, Шанарин, они и так нормально здесь повоевали, пока 1400 урона впилил. Хорошо сыграно, несомненно. Даже несмотря на то, что вроде как
успел нажать Джиггернаут Блейд Фьюри, но тем не менее отправлен Ставрон. А вот у нас Сия появляется у Гэби. Осталось только принести курьером. Разумеется, то есть у нас до этого был отрыв Свена от Джиггернаута. Сколько там? 1500? Сейчас уже почти 3000. Плюс Свен не умирает. Свен все время фармит, фармит, фармит. В свою очередь Джаггер 2 фрага имеет. Агрессивно играет это Джи. У него еще инвиз в бутылке. И вот, блин. Появляется стаф у Визарди. У Пака. А что если это будет Dagon 5? Ну или даже хотя бы Dagon 1. Почему бы нет? Конечно, Йуль смотрелся здесь бы очень шикарно. И скидывать себя Геоматик Грип. И лишний раз там Омнислэш задоджить. Ну и фокус там себя тоже, разумеется, снять. Выиграть время. Почему бы нет? Так, красочки на Шихана. Хроносфера. Нужен дефарт. Нужен дефарт. Маледик. Что такое? Не было анимации дефарда. И Шихан. Плюс Буз должен умирать. Либо не было анимации дефарда, либо он просто дефард поставил в хроносферу. Я так понимаю, что, по-моему, не было анимации. Сейчас давайте посмотрим. Лич Доктор 219 урона нанес. Нет, наверное, все-таки в хроносферу поставил. Наверное, потому что... Ну, они обязаны были Вингу забрить. Конечно, Винга и так отъехал, но, тем не менее, размен один в одного не самый лучший вариант. Находит Джесси Воша. Джесси Воша умирает. Ну что-то в этой игре опять неважно отыгрывать аборт команды Минески, как прям в первой игре пошел Санстрайк, пошел Кирпич, Джулс, у него дефарда нет, ну... Здесь Свен вообще по барабану, под Сашей Яшей, у него 1000 хп еще остается сверху, просто райт-кликает. Ну что делает Джулс? Ворвался Джесси Вош, накидывать Магнетайз, застанет ли Бакерина, и второй там Бакерина Тайволки уходит, рвет. Ну привязка Джесси Вош также порвал Койл. Отстанился по двоим, но тем не менее. Инвокеры у нас забревают. Приходит сюда Бенхур. Бенхур без Омнислэш. У него не хватает маны. У него не хватает буквально 5 маны. Бенхур на Омнислэш. Откатился Омнислэш. Думал, не убьет. Здесь огромное количество целей. Тем временем Панк забирает Вайда. И Бенхур также умирает. Ну вот он. Омнислэш в один конец. Охо-хо-хо-хо. Что-то я не узнаю Минески. Честно. Что-то я просто не узнаю эту команду. То ли пауза столь длительно повлияла на них так негативно. Ну что это такое было? Вич-доктор куда-то забегает вот здесь вот. Ну пытается там время выиграть в Солянову. Джесси Вош ворвался. Просто это был болдер в один конец. Они отдали Аегис Свену. Ну, разумеется... Здесь вообще без всякого сомнения Пак приобретает Dagon. Понимает мидер команды Ancient Arena, что катка наилегчайшая. Что сейчас происходит? Топ-3 Нетворса за страной Radiant. Они уже почти 14 тысяч на 15-й минуте. Минески, соберитесь, ребята. Blink Dagger появляется у Свена. Он Джиггернаута, здесь еще ДБФ, ему еще фармить и фармить. То есть целую тысячу, его сейчас Джи хочет в Соляном попытаться оформить. Там сейчас мы смотрим, 1000 хп, нужен Фурион. Фурион есть. Джи. Есть рифт, арба, Dagon, Койл, до свидания. Пофармил ДБФ. Иллюзия. Честно говоря, прям какой-то no comment. Вторую игру так шикарно отыграли Минески. За 26 минут прям заслуболились. После стадии лейнинга хорошую игру показывали. Но здесь вообще настолько не важно. Дум почти уже Guardian Griffs, арчит Малевенец, появляется у Фариона. 11 левел. Вот попытка в смоке кого-то найти от Минески. Причем разбивали они смог где-то вот здесь вот. Сделали вот такой вот круг. И в итоге бегут в свой лес. Там сейчас уже смог скоро закончится. Айда гангеры!
Ну, попытка забайтить Джиггернаута в очередной раз. Но Джиггернаут только вот-вот засветился на крипах. Находит пака. Окей, Джесси Вош. Пак. Хроносфера. Должны забирать. Да, здесь. Четко сыграно, несомненно. То есть, в принципе, их идея здесь удалась. Пак увидел Джиггернаута на крипах. Пошел на него. Ну и за пака здесь получают 1100 золота. Неплохо, неплохо. Но там тем временем забирают вышку. Гэби и компания. Вот уже и второй тавр подъехал. Вроде говорят то, что патч, он 6.87 патч должен выйти вроде как то ли на следующей неделе. Ну, короче, incoming, как говорится. Сейчас, ну, а патч немножечко позже. Пошел конец Гэби. Пака нету. Можно драться на мне хроносфера Гэби. У него есть Аегис. Также на блинке. Ой-ой-ой-ой, небольшой дискоммуникейшн. Атейшн Арина все равно не забирают. Товарищ Вайда. Ну и Гэби просто райт кликает тавр. Минус Т3 на 18 минут. Полетели касочки. Накинул на него молитит Вич Доктор. Гэби хотя бы забрить. Дум на рейдж потейта. И выходит инвокер из игры на фонтан. Магнетайз неплохой по двоим, Бенхор. Бенхор опять не хватает маны, да? Омнислэп, да что ж такое-то? Ну что ж такое-то? Джиггернаут, Джиггернаут отправляется в таверну. Есть у него байбек, 40 секунд не будет кэрри команды Минески. Они теряют третью сторону. Блинкдаггер появляется у Дума. Ну и здесь уже Джи Ворос, наверное. Нужно было арбу давать поагрессивнее. Да, минус третью сторону. Нижняя сторона, конечно же. Минус сторона на 18 минуте. Это очень плохо. У меня просто уже даже нет слов, насколько это плохо. Здесь уже можно догон третий брать. Я не узнаю Минески. Друзья, кто будет смотреть эту игру в записи, обязательно посмотрите предыдущие две игры. Это третья катка. Обязательно посмотрите предыдущие две игры. Какие были Минески в первой катке и что такое команда Минески во второй игре, даже несмотря на то, что у них играет два стендина. Стендин Бенхур и стендин Букерин. Обязательно посмотрите. Но здесь просто посыпались. А, ну так вот. Опять-таки, это все на уровне слухов, да. Как говорится, можно об этом говорить очень долго, но тем не менее, вроде как внесут поправки в систему камбэков. То есть, вроде как, у нас там забрали пака, вот, опять-таки на этом месте, и получили команду Минески за него там 1122 золота. Я не знаю, что именно подредактируют, да, но вот вроде говорят, что систему камбэков поменяют в лучшую или уже в худшую сторону. Ну, как говорится, все делает, что все, что не делается, все к лучшему. Гэби на блинке. Бакерина в позиции, есть хроносфер у Вайда. Вот, хрон по Гэби. Ну и прекрасный свап от Винги. Жертву с собой Шихан. На одну хроносферу, это шикарная игра от саппорта команды Минески. И здесь Койл по троим. Аджи пошел рубить людей Гэби. Минус Вич Доктор. Вич Доктор сразу возвращается на байбек. Джесси Вош. Попытка просто пэшится Гэби. Дабл килл. Хорошо. Что дальше будут идти? Свен. ГДС закончился. Свен. У него, да, у него нету Аегиса, но там у него 2200 хп. Его вообще не остановить. И вот только БФчик появляется у Джиггернаута. Эх, сейчас бы пофармить. Да только базу сносит. Дум на рейдж потейта. Байбек делает войд. Ну и пока там Дум на инвоке, разумеется, за все это время Т3 и один барак. Эйдж на арену должны сломать. Дум закончился на инвокере. Пошел фокус по флайсоло. Флайсоло есть у него еще мека. Прожимается мека. Флайсоло живет. Маледикт. А какой там маледикт? Маледикт первый. Кирпичом попали по флайсоло. Должны Дума убивать. Ворвался пак. И просто сдул инвокер. Уходит на арбе. Флайсоло все-таки забрили. Забичок разбирает стрик. Бенхур. Бенхур с прута. Бенхур, давай, омнислэш. Бенхур пошел, омнислэш. Хорошо. Никого не убивает. Ну хотя бы Шихана здесь да забрить. Винга также живет, Бенхур без маны, Бакерина попадает кирпичом, а, лоу, так. Интересный момент, конечно, был. Ворвался пак, очередной койл, трипл килл для Фурион,